Привет, друзья! Это Тель-Авив. Мы гуляем по Тель-Авиву. Мы только начали прогулку. Да. Кто не подписался на канал, подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие видео. Вот такой фонтанчик, симпатичная лесенка вот здесь такая. Мы идем по рынку Тель-Авива. Здесь огромное количество запахов, цветов, вкусов. Такого вы нигде не найдете. Разных вкусностей, как здесь. Знаете, чем-то напоминает озерку. Я, в общем-то, рынки не люблю. Да, и озерку я не люблю, и по рынкам я не люблю ходить. Но здесь интересно. Вот восточные сладости. Смотрите сами. Ничего не говорите. Ну вот цены можете посмотреть. На черешку. Чтобы вам это все перевести в гривны, умножайте на 7. И будут вам гривны. Да, вижу. Не получилось калейдоскоп покрутить. Купил себе сувенир. Вот такое ведерко. Написано Израиль. Это магнитик на магнит. Вот видите, можно раз так на магнит и будет висеть. Это стоит 35 шекелей. Это гостиница. Да, вот это вот Тель-Авивский пляж. Покажи. Не получится. Мы едем по набережной, да, и Тель-Авивский пляж у нас справа. Сегодня. Это я смотрю, как это. Это пляж Тель-Авива. Видишь, теперь он хочет по Эрпану ехать. Поедем по Эрпану. Это несколько центральных пляжей, тут их много. Да, ну да. Не один. Ну вот ты помнишь, как города у нас один в один. Я одного пропускаю, одного нет. Человек вежливо показал. Не, ну да. У него багажник открыт. Да, багажник открыт. Машина в таком состоянии, что у нас просто тупо не закрывает. Вот здание красивое. Вот, с этой светлой. Так
парк, да. Да, вон парк река, Ярпон. Достаточно полноводная река. Это река Ярпон. Я ехал. Первый, второй, вот тут третий, это все. Занимает эта хрень до хрена квадратных километров. Университет. Да, то есть туда вот внутрь, наверное, почти километр, квадрат. Вот тут беленький, это медицинский факультет. Вот тут хрена. Вот тут последний, я точно знаю, я там учиться хотел. Ну, это станция поезда университета. Уже выехали с Тель-Авива, остановились на трассе, здесь кое-что купить. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте класс, делитесь им со своими друзьями. С вами Виталий из Тель-Авива и до новых встреч!